Привет, друзья! Я знаю, что меня смотрят взрослые дети, поэтому в этом видео я покажу вам 15 супергеройских товаров, которые можно купить на Алиэкспресс. Многие дети, да и не только они, будут рады таким подаркам под елочку. В конце видео мы разыграем один из них, так что рекомендую досмотреть ролик до конца. Поехали! Первый товар. Супергеройская открывалка для напитков и не только. Этот помощник будет у вас всегда под рукой, так как она выполнена в форме брелка. Есть несколько вариантов цветов, а на обратной стороне выбито имя героя. Креативные наволочки на подушке. Если вы и спать не можете без своих любимых супергероев, тогда советую обратить внимание на этот товар. Есть около 20 различных вариантов героев на ваш выбор. Росомаха, Человек-паук, Женщина-кошка теперь будут охранять ваш сон. А это бюджетные мини-игрушки супергероев. Цена меньше доллара, но все равно они круто смотрятся. Размер фигурки 4,5 сантиметра, есть у продавца 25 штук на выбор. Собирайте свою коллекцию. Если мышцы ваши еще не окрепли, но хотите поскорее стать сильным и начать спасать планету от плохих и злых людей, то можете прикупить на Алиэкспресс себе супергеройскую футболку с длинным рукавом. Есть все размеры и различные варианты расцветок. А какая вам больше понравилась? Отличным подарком к празднику станет этот крутейший мотоцикл Бэтмена. Он не один раз выручал героя, когда тот пытался поймать врагов. Интересно, эта игрушка еще тем, что ее нужно собирать самому, а потом уже можно украсить вашу полку в комнате. Реалистичная 18-сантиметровая игрушка Дэдпула. Этот герой обрел небывалой популярности в 2016 году и по сей день много фанатов есть по всему миру. Поставляется игрушка в блистере с комплектом оружия. Сгибаются руки и ноги, также можно вращать голову. А еще есть стена в комплекте, на которую его можно усадить. Смотрится очень круто, и ссылка есть в описании. Шлем и щит Капитана Америки. Особенность этой амуниции в том, что в шлем и в щит встроены динамики, которые воспроизводят речь и различные эффекты. Все горит, все светится, и ваш ребенок точно останется довольным и будет защищать вас. Огромный 30-сантиметровый герой. Это Росомаха. Из его рук торчат стальные когти. Выполнен он из ПВХ материала. Поставляется в подарочной красивой яркой упаковке. Это фантастическая игрушка за нормальную цену, и ссылка на нее есть в описании. Очень реалистичная 3D наклейка на стену с твоим любимым героем. Поставляется наклейка в тубусе. Клеевая основа хорошая. Я уже покупал подобную для подарка, правда с динозавром, но с супергероями также будет смотреться очень круто в вашей комнате. Размер ее 50 на 70, а цена чуть выше 4 долларов. И ссылка на продавца хорошего есть в описании. Хотя я уже не ребенок, но этот супергерой мне запомнился еще с детства. Очень любил смотреть фильмы про робота-полицейского. В то время он был нереально крутым героем, да и сейчас для меня таковым остается. В комплекте есть пушка, сменная рука, в суставах руки сгибаются и также ноги, голова вращается. Да и сам Мерфи немного пострадал после битвы. В общем, очень крутая игрушка. А эта покупка подойдет больше для взрослых, если вы понимаете, о чем я. Но есть размеры и поменьше. Костюм девушки Дэдпула. Ведь если ваш молодой человек очень увлечен играми и иногда вас не замечает, то покупаем такой костюм, и тогда веселая ночь игр вам обеспечена. Наверное. Если предыдущий костюм вам не поможет, то можете за 3 доллара приобрести карманные супергеройские часы. На крышке, я думаю, также вы догадались, какой герой изображен. Диаметр около 5 сантиметров, а длина цепи 80 сантиметров. На обратной стороне есть гравировка Дэдпул и лого студии Marvel. Если хотите, чтобы ваши герои всегда были у вас под рукой в прямом смысле этого слова, тогда переходим по ссылке и покупаем неплохой коврик для мыши, на котором собрана команда профессионалов своего дела. Да и цена не кусается, покупать можно, ссылка на Алиэкспресс в описании. Женщина-кошка. Эта девушка была супер-злодейкой, но частенько выручала Бэтмена и помогала ему. Весьма интересная и реалистичная фигурка, которая может понравиться не только детям, но и украсить ваш интерьер в доме. В комплекте есть сменные кисти с острыми когтями. Также есть подставка и крутая пушка. Супергеройский 3D Powerbank на 12000 мАч. Очень крутая вещь, которая удивит ваших друзей. На лицевой поверхности размещена рука железного человека, а по центру ладони размещен светодиод, который будет сигнализировать о процессе передачи энергии вашим девайсам. У продавца есть три варианта железного человека и один Powerbank для настоящего супермена. На сегодня это все. В комментариях обязательно напишите, что вам понравилось, а что было лишним в подборке. Кстати, разыграем мы открывалку Дэдпул и 100 рублей на счет мобильного. Условия простейшие. Ставим лайк, пишем комментарий и подписываемся на мой канал. Призы сразу разыграем, как только соберем 2000 лайков. Всем желаю классных подарков под елку и веселого Рождества. Пока!